спецодежда, средства индивидуальной защиты и обязательный инструктаж по технике безопасности. Экскурсия для школьников на объекты «Славнефть», «Мегион», «Нефтегаза» началась по-взрослому. Дальше промысел. Внизу на глубине до 2 километров спущена насосная установка, которая производит именно забор, подъем жидкости на устье. Маршрут экскурсии составлен так, чтобы школьники могли получить четкое представление о всех процессах добычи нефти. Ребята побывали на кустовой площадке, посетили цех по подготовке и перекачке нефти и даже сервисный центр, где смогли примерить роль сварщиков на виртуальном тренажере. Мне запомнилось очень сильно сам центр ЦПН. Один там было очень интересно. Мне, как человеку, который хочет подавать документы в университет на нефтяные специальности, думаю, мне это пригодится. Визит организован в рамках профориентационной деятельности «Мегионнефтегаза». Это одно из ключевых направлений кадровой политики предприятия. А экскурсия – часть масштабной работы в данном направлении. У нас организована система обучения целевых студентов, так скажем. Те ученики, которые заканчивают 11 класс по направлению от «Мегионнефтегаза», также получают профильное образование. После чего, после окончания института, им гарантированно предоставляются рабочие места, и они уже приходят подготовленными. То есть благодаря таким мероприятиям ученики получают уверенность в своем выборе, а отрасль – заинтересованных и, следовательно, высококлассных специалистов. Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.